Прокуратура Грузии обратилась к Украине с просьбой об экстрадиции бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, которого на родине обвиняют в растрате и превышении служебных полномочий. В документе указывается, что несмотря на существующие между странами соглашения в сфере экстрадиции, по вопросу выдачи Саакашвили украинская сторона отказалась сотрудничать. Михаил Саакашвили был назначен внештатным помощником президента Украины Петра Порошенко. В Грузии Саакашвили объявлен в розыск. Бывший президент Грузии обвиняется сразу по четырем статьям Уголовного кодекса.